Здорово, народ! С вами Time Games и 20-й тур чемпионата России Ростов-ЦСКА. Да, это сегодня центральный матч. И вообще, это матч центральный в туре. Бьются, как это было бы ни странно, два лидера чемпионата ЦСКА и Ростов. Да, вы не ослышались, кто следит за футболом, тот уже, конечно же, знает, что Ростов занимает вторую позицию. 3 очка отрыв от ЦСКА, это просто невероятно. Еще год назад Ростов был на грани вылета из премьер-лиги. И вот год спустя, не побоюсь этого слова, Ростов борется за чемпионство. В случае победы они сравняются с ЦСКА, у них будет по 40 очков, и это просто невероятно. Учитывая то, что остальные преследователи, они как бы немножко далеко находятся. Да, обычно говорят, что у нас дерби, допустим, Зенит, ЦСКА, там, ЦСКА, Спартак, что-нибудь такое в этом роде. Но это можно реально сказать, что это дерби. Битва двух лидеров. Ну что же, давайте начинать. Играю я за Ростов, как всегда, за домашнюю команду. Березоцкий. Пас направо от Натошича. Вербом. Отдает налево на Еременко. Еременко делает пас на Мусу, но Сесар на вас не дает этому мячу порваться. Гацкан на Азмуна. Березуцкий Вася, хорош в отборе. Широков. Напомню, что Широков перешел из Спартака в ЦСКА. Вербом посадил на скамейку Бибаса Натхо. А он уже задумывается уйти из ЦСКА. Азмун. Канга. Также в Ростов перешел Ерохин. Игрок, бывший, уже бывший игрок Урала. Ключевой игрок Урала перешел в Ростов к Курбану Бикичу Бердыеву. Тем временем навес. Но Джанаев все видит, все слышит. Нова. Канга. Ростов в атаке. Позиционный. Канга. Гацкан. Нова. Перевод на правый фланг. Магасов. Полос. Полос! Полос забегает! Есть! Нет! Игнашевич выбивает мяч и штрафной. Широков. Тошич! Муса! Муса! Муса побежал вперед! Отдает пас назад от Загоева. Широков! Вербум! Как же ходит быстро мяч у ЦСКА! Гацкан! Канга! Да и Ростов не отстает! Ноба! Ноба! Догоняет, его опережает, но цепляют! Ноба, да, нарушение правил. Да, Игнашевич нарушал правила на Ноба. Все. Заканчивается вот этим сейчас навесом. Навес и... Акинфеев выходит из ворот и отправляет мяч, но... Гацкан, о, Вася, ты желтую сейчас получишь. Желтую карточку получает Василий Березуцкий. Обычно получает желтую первую вербу. Но первую желтую в нашем матче получает Вася Березуцкий. За вот такой грубый подкат против Гацкана. Так, Ноба. Ноба готовится бить. Давай. Давай, Ноба. Кристиан Ноба! Да! 1-0! Забивает Ростов ЦСКА! И на данный момент сравнивается по количеству очков в чемпионате. Сумасшедший удар!
Вот это да, вот стенки и под перекладину. Нет, такой мяч не вытащить даже я не знаю кому. Если сложить два Ван дер Сара, то тогда, наверное, можно. Тошич. Фернандес. Ганс контролировал мяч. Канга. Пасик. Полос. 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 А, Березуцкий снова нарушает. Вторую желтую ему. Тошич. Еременко. Щенников. Загоев. ЦСКА в атаке. Широков. Загоев бьет. Это мимо всего. Заслан Джанаев. Кудряшов. Отлично, отлично. Азмун. Полос. Так, есть подключение на правом фланге Маргасова. Отлично. Гацкан. Ноба. Азмун. Нет, нет, Тошич не дал пойти этому пасу. Пошла ответка от ЦСКА. Широков. Фернандес. Ух ты, Верблом направо. Тошич. Тошич вошел в штрафную на вес. Да, Джанаев красавчик. Да, Ростов тоже, у Ростова тоже есть свои красавчики. Маргасов. Нарушение правил, нарушение правил. Но судья сказал, что из-за бокового нужно вбрасывать, никакого нарушения там не было. Так, отобрали мяч игроки ЦСКА. Широков. Еременко забегает по левому флангу и... Баштуш отбирает мяч. Хорош в отборе. Сестер Навас. Перевод налево. Новосельцев. Новосельцев. Ну? А, ну, это нет, не то. Загоев. Широков. Верблом. Верблом. И Мусау. Какой удар. А если бы в цель? Срезался у него мяч с ноги и полетел мимо. Да, схватился Муса за голову и упал на газон. Джанаев. Верблом. Тошич. Перевод направо. Фернандес. Ух ты, нифига обманул. Загоев. Тошич. Фернандес. Что сейчас было? Нарушение? Да, что-то где-то я нарушил! Тошич бьет выше ворот. Мотает головой, говорит, нет. Не так хотел я пробить. Ладно. Джанаев. Передачи, стопроцентной передачи у Канга и у Широкова. Офигеть. Гацкан. Канга. Полос! На Канга! Канга! Бей! Надо было чуть пораньше бить, но не дали там бить. Так, будет угловой. Подачка. Новосельцев? Нет. Щенников. Тошич с мячом. Перевод налево. Еременко. Пас отдает на Щенникова. Щенников на... Широкова, Широков! И снова Баштуш отбирает мяч у Широкова. Уже это становится традицией.
Кудряшов. Все, первый тайм окончен. Матча Ростов-ЦСКА. Ростов выигрывает у себя дома в Ростове-на-Дону со счетом 1-0 пока что. Мяч забил Нового на 20-й минуте. Сумасшедший мяч положил со штрафного Маргасов. Маргасов! Пасик в центр! Есть пробить! Вася не дает пробить. Щенников, Тошич, Вермблом. Фернандес. ЦСКА пошел в атаку. Отдает пас на Тошича. Тошич. Навес на Мусу и Муса. Это положение вне игры. А так, посмотрите, какой выбыл классный гол, а? Совсем чуть-чуть заступил Муса. Не покажут повтор? Видимо, нет. Жаль. Ну, вы-то сможете посмотреть в повторе. Мотать. Так, Маргасов прошел. Так, уходит в центр. Сильно-сильно отпустил далеко мяч от себя. Инашевич мяч отобрал. Отдал на Еременко. Еременко бежит. Ух ты. Широков что сделал? Накосячил. Полос. Инашевич исправил ситуацию. Дзагоев. Вермлом. Еременко, Вермлов снова с мячом, и удар в Сесара Наваса приходится. ЦСКА упускает мяч за линию ворот. Бесится, в гневе просто Еременко. Бибарс Надха выходит вместо Алана Дзагоева. Сослан Джанаев. Маргасов уходит! Уходит и пасик. Ох, получается. Нет, Игнашевич, король. Король сегодня центра обороны. Еременко. Перевод на правый фланг. Тошич. Широков. Фернандес. Широков. Фернандес. Фернандес. Ух ты. Попадает в перекладину Марио. Щенников. Широков. Широков снова с мячом. Как так мяч к нему отскочил? Да! Широков вколачивает мяч в ворота Ростова. 1-1. В матче Ростов-ЦСКА на 64-й минуте матча ЦСКА сравнивает счет. Не знаю, что это за анимация. Как он так мяч мог положить себе под ногу. Но, тем не менее, счет становится 1-1. Маргасов. Гацкан на Канга. Забегает слева у нас Кудряшов. Обратный пас на Канга. Канга в центр на Азмуна. И... Еременко. Надхо. Щенников. Надхо. Тошич. Фернандес. Сделал пас на Мусу. Отобрали мяч ростовчане, но с нарушением правил. У Мусы будут пробивать штрафной армейцы. Итак, Вермлум навешивает штрафную. Все разлетаются, мяч улетает, и ничего не понятно. Так, угловой. Подает ЦСКА. Азмун. Полос.
Полос! Побежали в контратаку! Какая дырень! Нобла! Пас! Эх, не прошел. Акинфеев забирает мяч в перчатки, в свои муса. Отпасовывает на Натху. Какой перепас! Широков отдает налево на Еременко. Отбор с нарушением правил. Широков. Так, Еременко будет подавать. Так, Панченко выходит вместо Мусы. Новосельцев, по-моему, переводит мяч на угловой. Там ничего не понятно. Ну да, по-моему, Новосельцев. Да, он радуется, значит, он выбил мяч на угловой. Тошич подает. Бежим сюда. Что такое? Армейцы нарушили, короче, правила штрафной. 12 минут до конца матча. Без учета добавлено арбитром времени. Щенников перехватил мяч. Панченко отпасовал на Березуцкого. Березуцкий! Новосельцев отобрал мяч, отпасовал на Джанаева. Джанаев! Гацкан! Вперед! Полос! Маргасов! Маргасов, убегай! Убегай, Маргасов! Ох, Щенников подкатик, какой сделал классный подкат Щенников. Но потом потерял мяч. Полос. Фернандес. 8 минут до конца матча. Широков 1-1. Ростов, ЦСКА. Центральный матч 20-го тура. Баштуш. Отскочил мяч от Баштуша. Так, Джанаш, хорош. Гацкан. Канга. Канга. Есть слева. Слева Кудряшов. Желтая. Кто же это у нас? Это Марио Фернандес. Получает желтую карточку. Два игрока ЦСКА уже висят на желтых. Мяч верно попал, но достался ростовчанам все равно. Маргасов, Гацкан. Эх, никуда ты побежал. Широков уходит с поля, Головин выходит. Ох, нарушение, еще одно нарушение. Сколько стало нарушений в концовке? Желтая, еще одна. Фернандесу охренеть! За 3 минуты 2 желтых и Марио Фернандес удаляется с поля! Да, это безусловно желтая карточка. Нова, ну, задолбишь второй. Нет, второй не получается, слишком далеко. Еременко! Сделал неточную передачу, Новосельцев, и все! Матч Ростов-ЦСКА заканчивается результативно ничьей 1-1. С вами был, дорогие друзья, Time Games. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забываем про донат. Ссылочка в описании. Всем пока. Давайте, какой пока? Давайте статистику посмотрим. Да, заслуженная ничья для обеих команд. Теперь пока.